Открывай глазки. О, море! Это тебе подарок от бабушки Марии и дедушки Вани. Давай, открывай. Мой велосипед. Ты довольный? Скажи спасибо бабушке и дедушке. Спасибо. Скажи грати. Да, да, черный бабушка. С бабушкой я как раз в прямом эфире. Да. Грати, Буника, да. Бунелу. Вау! Это настоящий велосипед! Да, Дэвида самый первый велосипед в 3 годика. Это тебе на день рождения подарок. Немножко с опозданием пришел. Но круто! Да. Это крыло на колесо. Ты довольный? Круто. У тебя машина есть, мотоцикл есть. Вот и велосипед уже у Давидки, да? Да. Круто. Осталось вертолет подарить. Да. Хочешь вертолет? Да. Вырастешь? И подарим. Да. Какая у нас красота. Сейчас соберем. И сделаем первый круг на велосипеде, да, малыш? Нету. Да, помогай папе. Что, нету больше? Какие молодцы. Всё? Давид помогает на, папе. Вот так. Все. Сделал? Тогда сделал. Давид, нравится тебе велосипед? Да, Паша, откуда? Маленький. Крутой. Это Марвел. Марвел. Супергерои. И Халк. И Железный Человек. Вот так. Капитан Америка. Авенджерс. Марвел. Йоу. Сидушку ставим пока туда, потом ставим на... Окей, папа! Ого-го, какой у тебя ключ большой, Давид! Чего себе! Еще не готово, мальчишки? Еще да. Не готово, еще чуть-чуть, да? Хорошо. Угу, хорошо. Тебе к велосипеду еще что-то? А ну? Это шлем тебе! Это уже мама с папой взяли к велосипеду, чтобы был один набор. Вот, мама, круто! Это папа на стройке возьмет шлем. Круто! Давай примерим. Круто! Смотрите, прям под велосипед. Браво! Ну что, транспорт собран. Давай. Давай, крути педали. И ручки. Смотрите, какая красота. Это в нашем Иперкопе. Скоро Новый год. Скоро Новый год. О, как здорово. Подметает снеговичок, видишь? Здорово придумали. Идем там еще посмотрим на гномиков. Тебе нравится, малыш? Да. Скажи всем чао. Чао. Привет всем. Мы приехали с Давидкой на шопинг. Не знаю, какой получится у меня с ним шопинг. Ва, какие гномики. Привет, привет. Грибочки. Тебе нравится, малыш? Грибочки, да? Да. Так здорово все украсили. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Всегда шопинг для кого? Хочет такую шапку Спайдерман. Ой, не могу. 13 евро такая шапка. Ты хочешь такую? Да. Это потом снимем, когда заплатим. Вот, Спайдерман, вот кидается на Спайдермана. Ну, сейчас, там тебя царапает, вот там эти его лейбочки. Что?
Сейчас какую посмотрим. Хочу. Хочешь такую? Да. А, значит, без вариантов, да? Да. Угу. Классно. Чувствуется уже, что скоро праздник, Новый год. Мы были в Хачандем. Ничего хорошего нету. Ну, я мерить не могу, с Давидкой это нереально. Шапку ему только взяли, ту с Человеком-пауком. И перчатки. И так, в принципе, весь шопинг. Ну, сейчас все прогуляемся. Смотрите, какая красота. Вау, какая красота. Здорово. Это все. Да, это Давид тебе выбрал набор. Вот, две тарелки и стакан. И все пластика. Нормально за 10 евро. Из-за того, что это герои в масках. Салфетки взяла от Кико, чтобы были в доме. Шапочку Спайдермен и такие перчатки подобрали. Как всегда, все Дэвиду. Еще машинка. Где твоя машинка? Еще такую металлическую машинку себе Давид выбрал. Как всегда, все Дэвиду, да, малыш? Все Давиду. А маме? Нет. Смотрите, какая у нас красота на ужин. Пельмешки со сметанкой. Приятного всем аппетита. Ай, куда лезет ручка?